Приветствую вас на канале Хастомания на 6 сотках. Семена гейхер я уже собрала давно и показывала вам, как я это делаю. И пришло время собрать семена. Угадайте, хвосты, правильно. Совершенно верно. Есть, конечно, семена, которые у нас еще не созрели, стрючочки. Но есть, которые уже даже вот открылись. И все, не упустите этот момент, не упустите. Я уже, в принципе, основные собрала, но специально оставила вам показать, чтобы вы видели, когда наш стрючок уже полностью готов. Он уже созрел, ну, на 110%. Смотрите, они все открылись, и вот они. Вот они готовы к употреблению. Это, конечно, уже прям передержка. Можно так сказать, это я уже конкретно передержала. Масса хвост, которые еще не готовы у нее стрички. Но вы не огорчайтесь. Знаете, я в прошлом году прочитала очень интересную статью. И там, если у вас, мы тоже там эти созревают, сейчас я вам покажу, какие у меня доходили семена, эти стрючки. Вот такой вот стрючок. Видите, он полуготовый. Но у нас еще есть, во-первых, время, чтобы он созрел и открылся. Но если у вас там северный регион, и у вас стрючки выглядят вот так вот, и вы понимаете, что у вас уже не будет возможности или приехать, или еще что-то, посеять хочется, вы срываете цветонос и ставите его в воду на литр воды, столовая ложка сахара. Буквально недели 2-3, и вы видите, что ваши стрючочки подсыхают, и семена будут готовы. То есть вы даете вот этим вот раствором подпитку, глюкоза дает под... Хочу поймать ракурс, и очень сложно. Не могу поймать. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то с моей камерой. Сейчас.